Привет, молодые люди, меня зовут Эрик, и сегодня я подготовил для вас ролик про то, что я выбил с новой коллекции, с новых кейсов и так далее. Я снимаю этот ролик в течение недели, как только вышла операция. Я накопил материал, чтобы не публиковать его каждый день, и получился хороший такой контентик. Туда входят кейсы, коллекции, битва с кейсами против Авилона и 1500 звезд. Очень много чего выпадало, все очень масштабно и энергично. Ну, как энергично? Не во всех случаях, но я пытался. К сожалению, некоторые дропы меня не радуют. Я хочу желтое. Вальф, подумайте об этом, пожалуйста. Ну и пользуясь моментом, хочу проанонсировать новый стрим. 11 декабря в 19:00 я буду проводить прямую трансляцию с крафтом АВП Fate с процентом 40. Это все будет проходить на Твиче, а на Ютубе будет потом запись. Поэтому я тебя очень сильно жду и приглашаю на такую трансляцию. Будет очень приятно, если ты будешь присутствовать. Если ты не зафоловлен на мой канал Twitch, то можешь это сделать, я оставлю ссылку в описании. Ну а мы сейчас идем дальше. Как только вышла операция, я начал открывать кейсы, капсулы. Просто так, думал, может быть, что-то выпадет. Я хочу купить хоть что-то. И, во-первых, я покупаю один кейс вот этот. Сейчас откроем первую звезду. Выбьем ножик. Я кейс получил. А, это просто кейс, господи, все, забейте, я ошибся. Вот, 4 набора. Потратить. Вот. Узнаю CSGO. Узнаю CS-ку нашу. Награды контроль. Ну давайте, дайте авик, ну пожалуйста. Фейт хочу, фейт. Спасибо. Так, ну что ж, купить звезды, покупаю 100 штук. Все, сейчас будет мясо, давайте мне глок фейт, авик фейт. Так, давай здесь тогда. Ага, калаш. Нет, эмка здесь. Я открываю кейс. Открываю кейс прямо сейчас. Ну, кстати, на самом деле идея, то, что можно за звездочки получить кейс, это просто лютая тема. Но ценность кейса упадет. А он уже доллар стоит. Когда вы помните, что кейс стоил доллар, это вообще ничего. Для нового кейса, который только вышел, он должен стоить как минимум 10. Этот калаш не будет дорого стоить, и этот не будет стоить дорого. Мне кажется, фейт надо топить, надо за фейт топить. Я хочу фейт. Давай же, дайте фейт. Почему Вальф такие наглые? Пиф. Найс. Кибербезопасность, добрый день, прямо завода. Ты дорого стоишь, ну скажи, что ты дорого. Давай 120 долларов и мы вроде. Хотя ты выйдешь на 50 на самом деле. А стоишь 20, ты что, дурак что ли? Потом меня пригласил Авилон на битву, где я принял участие. И открывали мы по 200 кейсов. Вот пример того, что нам выпадало. Давай, Эрик, пошли, блядь. Тебе такая всё? Пизда сейчас. Да, давай покупаем. Наконец-то запускаю видеоролик. Всё. Ты 20 купил? 20 купил? Да, 20. Всё, давай, поехали. Да. Слушай, секундочку. А почему у меня... Хорошо, остановись. Один. Стой. Аристок. Острога. Да, я тоже пытался. Я тоже так рад. Плюс 500, да? Да. Сейчас скажу. 300 рублей. А, вы играете на забирание? Ну, мы играли на забирание, но мы с Эриком не договаривались. Эрик, ну, типа, мы... Спасибо, что договорились. Мы играли на забирание. Че так фартится? А это сколько? Если ФТ. А, вот, хорошо. Это уже во второй раз то же самое. 800 рублей она стоит, блядь! Кто записывает наше открытие? Извините. Мне выпал такой же USP, только полевой. Джоржа, ты готов? Я тебе сейчас знаешь, что скину? Вать, давай ты мне кинешь. У меня 300 рублей еще выпало, авик. Эрик, мне нихуя не падает. Ну, чувак. У меня то же самое. А вы сколько кейсов открыли? А чё чат бунтует нахуй? Наконец-то! Закалённо в боях только. Серьёзно? Чё, перчатки? Да. Не, глок. Ну, глок. Поздравляю. 800 рублей. Нихуя, 2500, я ебанулся, что ли, блядь? Подожди, а кто сейчас выигрывает? Ты уже. Причём без шансов. Да нет, у нас еще 140 кейсов. Ну я серьезно говорю, что не было видно. У тебя просто типа идет захват полноэкранного изображения, а этот шуфтап это другой. Плюс 5-7. Илю, когда в Киеве? Обычно стрим нужно выключить. Еще один 5-7. Поношно только. Давай строго придумаешь. Пацаны в чате, придумайте идею для видео. Так я не могу. Так я и в маркете не могу покупать ничего. В маркете скорее всего просто лагает. Чего я радуюсь. Ой, немного поношно. А, тебе глок упал? Да, немного поношен. Выиграл, получается, я, но мы оба обосрались, потому что нас обоих выиграл Гейб. В итоге я с этого открытия ничего не запомнил, мне ничего не осталось, и я пошел спать.
Прямо сейчас мы на джи-дропе, я кручу барабан, и если что, вы его можете прокрутить бесплатно два раза подряд. Это все из того, что я вам покажу код. И мне падает ячейка, и я выбираю ячейку, мне падает так в мирном месте АК-47. Я вписываю секретный код, который называется Киборг, и прокручу барабан еще раз. Рандомный кейс при пополнении 200 рублей. То есть пополнение 200 рублей, какой-то рандомный кейс, хоть на живой, хоть USPS, он будет для меня бесплатным. Это какой-то рандом. И давайте попробуем пресс F 5 раз подряд и сделаю из этого контракт. 3800 в контракт. И сейчас мы выбиваем из этого всего один скин. Окей. Окей, добрый день, я его забираю. А почему бы и нет? Это все очень приятно, но не забывайте, что на этом сайте есть бонусы. Вы можете зарабатывать, просто подписываясь на социалки GGDropa. Участвуйте в розыгрышах и в раздачах бонусов. Поэтому все есть на этом сайте. Ну а ссылочку на него я оставлю в описании, плюс на секретный код. И самое интересное началось, когда я решил постримить 1500 звезд. Я купил эти звезды и открыл. Я делал это с пониманием того, что я дебил. Но Геп мне сказал: Эрик, ты не дебил, и это лучшее твое открытие звезд. А может быть, самое лучшее, что могло бы упасть. Ну, кроме фейда. Молодые люди, я сейчас планирую сделать такие гребаные открытия этих звезд. Будем работать по схеме. Открываю вот так вот и не смотрю. И так делаю 350 раз, да, вроде? 350 раз, да, мне нужно так сделать? Короче, давайте первое для теста, ребят, для теста. 4, открываем. Сейчас, Алекс, сразу я заканчиваю стрим. Так, лесная ночь. Ну что, пацаны, это было открытие. Всем большое спасибо, кто был на этом стриме. И я заканчиваю. Это было легендарно. Обосрал. Ребят, а вы шарите, что я уже 2 открыл? Ребят, все, погнали. Все готовы? Все, погнали. О, шикарно, я вижу уже. Хотя, возможно, вот тут по центру Авик. Авик Фей. Да, у Нитро. Ну, говно. Так, короче, давайте еще. Так, все, готовы, пацаны? А у Пейд градиент говнище. Да мне без разницы, говнище или нет. Главное, что он стоит 1000 долларов. Так, а почему... О, мне USP упал. Не верю. Да, упал USP. А, он 150 долларов стоит. Нет, пока не вот. Уже. Лол, ты супер лаки, я тебе так скажу. А, второй! Реально? С первого завода и после полевых. Чего? Первого завода? Чего ты сказал? Прямо завода. Макс, блядь. Прямо завода, а там после полевых. Не, чувак, это очень круто, тебе сейчас упало. Это уже крафт, да, этого говна? Да, 20%. Сколько? 149, 174. Чувак. Я предлагаю открыть пир, сесть, позвать все наше комьюнити и поесть хинкали с пельменями, а? Погнали! Фак, пока что все мимо, так. Раз, мимо, два. Три. Четыре, пять. О, что-то синее. Ты, кстати, из синих можно делать еще этих. О, М-ка выпала, М-ка. Это дорого? М-ка? Ну, баксов. Должна быть, да. 50? 10. М-ка еще одна, что за бред? Так, по 2000 стоит 2 доллара. А, по 2 доллара это дерьмо стоит. Еще посмотри, как тебе Авик Фейт упадет. Авик Фейт упадет? Да. Упадет мне? Я думаю, да, у тебя сегодня проще день, ты не видишь. Да я просто я закинул на баланс очень много. А, ты хочешь это мне сказать, да? А сколько ты закинул? 200. Так, 200 долларов, а я закинул 200... 200 штук я закинул, каких долларов? Да тебе баишь. Мне только один, вот эти вот перчаточки выпали. Пруфы, слит. Фух, погнали. Let's go. Мимо. Нитро. Уу, по 2000, за 2 доллара. Чему я радуюсь? Нет, нормально. Я хочу обрадоваться сейчас Савику. Такой, я хочу видеть очень яркий такой фон. А можно М-ку? М-ку можно. Я не против М-ки. Нет, не такой. Там же есть эска синяя. И, а, я путаюсь с кейсом вроде. А вы рофлите ничего? А-а-а. О, Дигл. А чему я радуюсь опять? Чему я радуюсь? О-о-о! Что? Что? Кого? 30% уже. Мне кажется, еще соединим все фиолетовые и уже. Почему он, а не я? В смысле он? Получается все, он. Очень круто, Эрик, поздравляю. Так оскорбительно, спасибо. Веселый чат.
Я еще один юсп? Да. Охренеть, 40% уже. Чувак, с моей удачей. О, еще этот скар. О, господи, что за дерьмо. Это очень круто. 40% уже выпало. Ты уже купил, по идее, полностью. Да. То есть я могу сделать крафт без покупки чего-то. Не, да. А на этом все. Я тебя жду 11 декабря в 19:00 на Твиче. А я с тобой прощаюсь. Спокойной тебе ночи, приятного аппетита, с легким паром и хороших тебе снов. Пока.